Здравствуйте! Весна вступает в свои права, и по мере того, как воздух становится теплее, калейдоскоп городских событий все ярче и замысловатее. В ближайшие 15 минут я постараюсь рассказать вам о том, чем занимали свободное время любители творчества и искусства на минувшей неделе. Прошлые выходные ознаменованы для всей страны празднованием Светлой Пасхи. Свою коллекцию сувенирных пасхальных яиц выставили мастерицы бисерного шитья из городского клуба «Бусина» в библиотеке имени Горького. Также на этой выставке можно увидеть иконы и картины, вышитые бисером, цветы и украшения, тоже из бисера. 7 месяцев работы и около килограмма бисера ушло у Серафимы Ишмамедовой на изготовление вот этого сувенирного яйца с изображением храма Василия Блаженного. Сама мастерица именно эту работу считает вершиной своего мастерства, хотя подобных яиц она сделала уже более 30. Увлеклась бисером Серафима Сергеевна еще в конце 90-х. Сначала делала украшения, а потом стала оплетать яйца. Да не просто оплетать, а изображая на них церкви. Сегодня у нее готовы уже 3 серии этой коллекции. На первый – ансамбль Рязанского Кремля, на второй – православные храмы Рязани, а на третьей можно увидеть главные православные достопримечательности Золотого кольца. Все эти работы любимы ей одинаково, просто на некоторые, по ее словам, уходило чуть больше времени и фантазии. Вот яйцо, например, собор Бориса и Глеба. Вот, казалось бы, он вроде бы получился не очень большим, но очень трудно было ракурс выбрать соответствующий, чтобы отобразить его в таком виде, чтобы он был узнаваем. Пришлось делать такое как бы панорамное изображение. Если вы его посмотрите, то слева изображено училище духовное, а справа там часовенки и еще какие-то постройки на территории этого храма. Для мастерицы бисероплетение – это не только способ отвлечься, но и возможность узнать много нового. Когда я оплетаю яйцо, я уже ни о чем другом больше не думаю. Другое. Я свои познания расширяю в области архитектуры, потому что мне приходится заглядывать помимо фотографий и в архитектурные справочники, чтобы знать, какие детали используются при строительстве храма. И я прослеживаю вот, даже по архитектуре, в какое время этот храм был построен. Сегодня все это великолепие рязанцы могут увидеть на выставке работы из бисера в библиотеке имени Горького. Здесь же произведения и других рязанских мастериц. Цветы, украшения, картины и даже иконы из бисера. Выставка будет работать до 22 апреля на втором этаже библиотеки. «Как можно быть рязанцем и не отдать дань почета великому земляку Сергею Есенину?» Эти слова принадлежат фотохудожнику Сергею Романову. В его случае такой данью почета стали фотографии есенинских мест. Увидеть работы, на которые автора вдохновил великий поэт, можно в библиотеке Горького. Первую фотографию из этого цикла Сергей Михайлович сделал в далеком 65-м году. Что это за работа, он предложил угадать тем, кто пришел на открытие выставки. То, что эта картина под названием «Ростыни», угадали не сразу, не мудрено. Все снимки выдержаны в одной стилистике, создают единую атмосферу. Большой проект, посвященный пейзажам родины Сергея Есенина, до сих пор выполняется новыми работами. В библиотеке имени Горького можно увидеть только 40 из них. Когда я размышлял и думал, вот, читал вот, и поэзию, и критическую литературу, мне показалось, что у него есть некие определенные доминантные точки, некие сущности. Ну, если так вот для примера, да, небо, земля, зима, лето, да, там, дорога, да. Вот именно базируясь на них, я и стал искать сюжет для своих визуальных реконструкций. Вы заметили, наверное, у меня дорога, да, храм, да, там, у него храм, дорога, зима, лето, да, вода, вот, туман, предположим, да. И все это вот изображено мною. А мотивы я черпал у него, как основополагающие точки. То есть он мне дал, как бы сказать, такие, знаете, есть такое понятие, реперные точки. Вот реперные точки базовые. А я уже пытался это визуализировать. Жить на Рязанской земле и не фотографировать есенинские пейзажи нельзя, твердо убежден Сергей Романов. Между тем, любимым поэтом он считает Заболоцкого.
Русскому человеку решиться на то, чтобы отдать дань уважения национальному гению, в общем-то, немного нужно решительности. Просто я его люблю, вот. Некоторые вещи я считаю его просто гениальными, хотя он и не является моим любимым поэтом. Не исключено, что когда-нибудь мы увидим визуализацию творчества Николая Заболоцкого на снимках Сергея Михайловича. Пока я ничего ему специально не посвящал. Но я думаю, что его стихотворение «Катит дождик крутые горошины», «Небо мутное, даль нечиста», «Закрывается тополь взъерошенный», «Серебристый изнанка листа» – это готовая поэтическая миниатюра, которую можно визуализировать. Вот. Я думаю, что я сделаю это когда-нибудь. Как получилось у современного автора отобразить эпоху начала прошлого века, времени, когда жил и творил Есенин, ответ прозвучал из уст Сергея Михайловича. Фотография обладает неким набором изобразительных средств, которые позволяют выразить именно имажинистические направления в литературе начала 20 века. Я их здесь не использовал, за редким исключением, там есть некоторые вещи. Но композиционно я пытался делать так, чтобы все работы были уравновешены, централизованы, статичны, с тем, чтобы выразить некие фундаментальные вещи, которые, собственно, я и пытаюсь выразить. И вот это я передавал через композицию. Погрузиться в мир поэзии и природы можно будет в ближайшие 2 недели. Не пропустите. Социальная драма – довольно сложный и редкий жанр киноискусства. Тем приятнее видеть новинки в рамках этого жанра в российском кино. А вот встретиться с режиссером, автором понравившегося фильма, и вовсе уникальная возможность. Имя режиссера Юрия Быкова в последние годы известно всей стране. 3 полнометражных фильма «Майор», «Жить» и «Дурак» признали не только зрители, но и члены жюри престижных кинофестивалей. Знаковая встреча режиссера с рязанцами состоялась в библиотеке имени Горького. В конференц-зале уже за час до встречи не было свободных мест. Пришел посмотреть фильм «Дурак», хотелось посмотреть в обществе, хотелось бы вообще увидеть реакцию людей на этот фильм, так как в кинотеатре его не видел, к сожалению. Хотел бы очень задать несколько вопросов самому Юрию Анатольевичу по поводу нашего кинематографа, по поводу его творческих планов на будущее. Потому что режиссер молодой, режиссер всего лишь 30 с копейками лет. Как бы в таком возрасте очень мало кто снимает такие достойные фильмы. После совместного просмотра фильма «Дурак» о сантехнике Диме Никитине, простом парне, который готов в одиночку противоборствовать системе, Юрий с удовольствием ответил на вопросы журналистов и зрителей. Мы предлагаем телезрителям, которые пропустили встречу, познакомиться с мыслями Юрия в эфире нашей программы. А мама мои фильмы не смотрит. Я ей запретил. У мамы с нервами все не в порядке. Она очень тяжелую жизнь прожила. И я лишний раз ей напоминать о тех ужасах, которые я в своей картине рассказываю, не хочу. Тем более, что я очень часто беру архетипы все-таки из той жизни, в которой я жил. Да, и, собственно говоря, я выношу на экран тех людей, по крайней мере, в основной своей массе, те персонажи и те, те психологические лица, которые были мной наблюдаемы в течение жизни. Поэтому, если она их еще и узнает и будет за них переживать... Нет, я шучу, конечно. Конечно, она смотрела, но я вам скажу так. Моя мама, как обыкновенная нормальная мама, однажды мне сказала: лучше бы ты работал инженером. На что я ей сказал: мама, инженеры давно уже не получают больших денег. Она говорит: да? А режиссеры получают? Я говорю: получают. Тогда хорошо, что ты работаешь режиссером. Когда я начинал «Дурака» и спросил себя, а что сейчас всех интересует, на этот момент уже рухнула Саяна Шушенская, на этот момент уже было огромное количество репортажей даже на федеральных каналах, которые обычно, осторожно упоминают о том, что в России не все хорошо. И тоже были переполнены, я имею в виду, новостные выпуски, ощущением того, что нужно очень внимательно присмотреться к тому, как, в каком состоянии находится фонд, построенный при Хрущеве и Брежневе, а уж тем более при Сталине. Поэтому я обращаюсь к проблемам, которые касаются всех, как мне кажется, потому что мне самому интересно. Я за свою жизнь короткую понял очень простую вещь. Надо заниматься не философией, а конкретными делами. Идея очень простая. У человека должен быть дом, семья, дети, которым есть что поесть, и чтобы они смогли учиться. А для этого должно быть внимание власти, деньги придержащих простым людям, пока они работают на себя. Не знаю, кто-то хочет жить за границей,
кто-то уже там смирился, что останется здесь, но дети будут жить за границей. Вообще, с Рязанской области всегда был не очень хорошо, это дотационный регион, да, я вот в Краснодар сейчас ездил, они, конечно, там побогаче, собаки. Но что поделаешь, у кого-то там, в Хатамосийске вообще он ходит в шубах, и все хорошо, ну, нефть есть, все хорошо. По-разному бывает. Я раньше думал, что во всей стране все, как сказать, одинаково. Нет, живут по-разному. Если вы склонны создавать произведения искусства своими руками, то наш следующий сюжет для вас. Керамическая флористика – направление, которое возникло сравнительно недавно, но уже завладело сердцами мастериц и рукодельниц. Еще бы, цветы получаются точь-в-точь как живые. Цветы, ягоды, грибы и даже орехи, которые кажутся созданными самой природой, на поверку оказываются ненастоящими. В арт-салоне «Палитра» нам объяснили, что это никакое не волшебство, а просто техника такая. Она относительно недавно появилась в России, и названий у нее много. Керамическая флористика, цветочная пластика. Суть же сводится к одному. Из самозастывающей полимерной глины умельцами создаются невероятно реалистичные природные композиции. Готовый продукт напоминает изделие из тончайшего фарфора, поэтому еще одно название этой техники – «холодный фарфор». Сама пластика эта была создана в Японии. Для чего она была создана? Для того, чтобы запечатлеть цветение навсегда, надолго. Для них цветы очень много значат. И каждый цветок означает что-то – любовь, счастье, надежды и так далее. Этому удивительному искусству может научиться каждый. Вот, например, Жене понадобилось около 9 месяцев, чтобы овладеть техникой холодного фарфора. Теперь же она обучает других. Это очень просто, это реально. Здесь, как говорится, главное понять принцип. Люди, которые приходят к нам на мастер-классы, они не умеют делать ничего, не умеют лепить и не имеют отношения вообще к художественному образованию и так далее. Наши мастер-классы рассчитаны на то, чтобы с нуля человек, пришедший, смог сразу что-то сделать. Такие мастер-классы проходят в арт-салоне «Палитра» регулярно. И каждый раз начинающие мастерицы учатся чему-то новому. Кстати, принять участие в этом увлекательном занятии предложили и нам. Сегодня мы вместе с остальными будем пытаться сделать розу. Наверное, нет смысла пошагово рассказывать, как это делается. При желании видеоуроки по этой технике можно найти в интернете. Скажем только, что это действительно увлекательный и приятный процесс. Будущему цветку можно придать любой цвет с помощью масляной краски. Всего капелька на кусочек пластики, и вот уже готов материал для красной, розовой или желтой розы. Ну а дальше нам остается следовать советам Жени, узнавая в процессе все тонкости работы именно с этим материалом. Ну, например, необходимо помнить, что полимерная глина быстро затвердевает на воздухе, поэтому она всегда должна быть закрыта пленкой. Сам же процесс изготовления цветка не столько сложен, сколько требует внимания и усидчивости. Из раскатанной глины вырезаются заготовки для лепестков, которые впоследствии после определенных манипуляций прикрепляются клеем к специальной основе. Самое главное – стараться с точностью воспроизвести реальный цветок. Самый простой способ – это взять натуральный цветок и разобрать его на составляющие, и копировать уже с натурального цветка. Также можно делать с картинки, но эта картинка должна быть не цветка из пластики, а именно фотография натурального цветка, потому что не всегда получается до идеала довести цветок, когда он сделан с фотографии. После пары часов кропотливой работы у каждого получилась своя, не похожая на другие, роза. В принципе, в природе также. Вы никогда не найдете двух одинаковых цветков. Но если живая роза в срезанном виде живет сравнительно недолго, то этот цветок будет радовать каждый день, не увядая. Надеюсь, вы нашли в калейдоскопе наших сюжетов интересную и полезную для себя информацию. Увидимся ровно через неделю. До встречи!